Очередная посылка из Китая пришла вот в таком вот конверте белом с пупырками. Насколько я помню, и память мне не изменяет, белого с пупырками у меня еще не было. В основном желтые все с пупырками. И здесь у нас портативный Wi-Fi роутер. Сейчас посмотрим. Да, вот такой вот и даже в коробке. Нифига себе. Коробка немножко подкоцалась, но я думаю, что все будет нормально. Даже он лицо у меня определяет камера. Что тут у нас написано? Ну, стандартно все 150 мегабит, RJ45 порт есть, USB порт есть. Микро-USB порт есть. Factory Reset. Короче, можно его обнулить. Power индикатор. То есть лампочка горит. Итак, достаем. Кстати, шел он долго. Уже остается 4 дня. И мне там продавец написал. А... он трекается, потому что заказным письмом. Нету ничего больше, нету. Что так и так, мол, посылка твоя уже должна быть прийти. Пойди, блин, за бары потруси почтальонов на почте. Вот такой вот шнурочек. Довольно-таки небольшой. Сантиметров 20, наверное. Сейчас замерю точно на линейку. Нет, сбрехал. 30, не 20. И сам роутер. Вот такая вот штука. Wi-Fi. Вся фигня. Сюда должен коннектиться RJ45. То есть подаем сюда сетки интернет и эта штука должна раздавать его. Плюс тут еще написано 3G, 4G роутер. То есть сюда, по идее, вставляешь модем 3G, 4G, и с этого модема он начинает раздавать интернет. Это я завтыкался, где же питание втыкается. Питание, скорее всего, втыкается вот здесь. Это вот, наверное, питание. И этот как бы шнур типа на питание нам нужен. Вот так вот. Но в отзывах я читал многим. Утекается, что 4G модемы не работают. Но у меня есть 3G интертелекомовский. Как раз там мне матюкали, что вы давно уже не пользуетесь. Полгода то отключим. Надо будет воткнуть и посмотреть, что он нам раздавать будет, увидит его или нет. Потом, я не знаю, по идее, как-то должен настраиваться, если это роутер, тут резет на нем присутствует, настройки какие-то должны быть. То есть, с патчкорта мы должны сюда законнектиться к нему и в настройках поколупаться. Там же как-то надо логин с паролем-то прописывать. Да, вот тут айпишник нам написан. 92.168.101. Интересный какой-то. Ну да ладно. И юзернейм и паспорт админ. Ну, в принципе, все стандартно. Так, это мы позже законнектимся. Давайте посмотрим, что у нас тут за матюки. Вообще, на странице продажи, которая, ну, короче, где продается страница эта на Алиэкспрессе. Там нарисовано вообще, что мобильник воткнул, и типа мобильник ловит интернет, как модем, а он раздает. И инструкция на китайском, да не, на английском. Так, USB, Power Display Button, Reset. Так, это, короче, все позже повтыкаю, потом расскажу, что тут к чему. Вот.
что тут еще на китайском. Прикольно на. А, тут вообще все на китайском. Ага. Понятно. Это вот на английском, а это на китайском. Да, и вот видите, что вот какая-то админка вот она вот есть. Когда зайти. Настройки ж какие-то роутерские есть. Это вот как у него connected modem нарисовано. Это edge-шку как connected. Вот. Так, что тут еще у нас connected? Да ну и все, больше ничего тут у нас не connected. Ну, в принципе, сейчас я повтыкаю, почитаю. И потом посмотрим. Поконнектим его модем, поконнектим джипу сетевую мою. И посмотрим, что он нам выдает и раздает. Ну что, не получилось мне потестировать эту штуку, потому что она мне нахрен сгорела. Я подключил через RG45 компу ее, законнектился на нее, зашел в админку. Вот здесь вот написано админ-админ, вот IP-адрес. Зашел, полазил в настройках, выставил логин-пароль, хотел зайти в интернет, ну, чтобы законнектиться в интернет, и чтобы она как точка доступа работала. Она попросилась перезагрузиться. Я сказал, что давай перезагружайся, и она выключилась, а назад уже не включилась, все, она уже сгорела. Вот такая вот фигня получилась мне с этой штукой. Изначально, конечно, штука прикольная, она работает как точка доступа, так и как станция. Она принимает Wi-Fi, она раздает Wi-Fi, и она еще там написано было, что ретранслирует, то есть как репитер работает. Она может ловить интернет и типа раздавать по Wi-Fi, якобы. По идее, должна так делать, не знаю. То, что проверить возможности у меня не было такой. Зашел я в отзывы, начал там отзывы кучу читать. И выяснилось, что где-то так вот из 10 одна или даже может 2 этих штук горят. Во-первых, они греются все абсолютно. Не знаю, чем китайцы думали, но тут никакой радиатор был, не был предусмотрен. И поэтому там народные умельцы вот вырезают дырку, ставят на процессор радиатор, якобы нормально у них работает. Некоторые скажут, что греется пенно, но работает нормально. Но у меня нагрелась пенно и сгорела. А некоторые пишут, что точно так вот нагревается, при загрузке больше не включается. Вот у меня точно такой прикол получился. Я открыл спор, сказал продавцу, вот такая вот фигня. Показал на видео, что вот коннекте, а он нифига не работает. Не рабочий. Он мне написал, говорит, это тебя карточку, говорит, купи, это ж не карточка, а роутер. Ну, типа на дурачка выпал, я ему пишу, показал, что он не включается нифига, что тут не горит индикатор. Я говорю, слышу, он вообще не включается, причем тут, говорю, карточка. Ну, он тогда сказал, ладно, деньги я тебе верну, ну, поставь мне 5 звезд. По-моему, я нифига вообще отзыв никакой не ставил. Точно уже не помню. Так что вот такие вот траблы с такой штукой. Как всегда мне повезло. С электроникой мне всегда везет. Какая-нибудь глюченная попадается. Или куплю, а потом цену на нее скидывают. По акциям или просто. Так что везучий я на электронику. И опять мне такая хрень попалась. Не знаю, думайте сами, брать вам или нет. Я очень долго собирался купить эту штуку. То денег не было. То еще что-нибудь, ну, наконец-то купил, и вот такая вот фигня. Как говорится, мы строили-строили и наконец-то построили. Думайте сами, брать вам эту штуку или не брать, во многих они более-менее нормально работают. Вообще, изначально штучка была прикольная, такой положил в карман и пошел, роутер в кармане. Плюс модемы поддерживают 3G, 4G, но, к сожалению, не получилось у меня потестировать даже, и она у меня сгорела. Ссылку оставляю под видео. Возможно, у вас будет она работать нормально. Возможно, передумайте после этого видео брать.
Это уже вам решать. Ссылка ставлю под видео. Если хотите такую штуку, можете перейти и заказать.